Батя, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. В поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли. У станков стояли, как бойцы, на пределе сил, но не прогнулись и молились, чтобы их отцы с бойни той немыслимой вернулись. Дети, чтоб без детства повзрослели, дети, обделенные войной, вы в ту пору досыта не ели, но честны перед своей страной, мерзли в нетопленных квартирах, где-то умирали и в печах. Было неуютно, страшно, сыро, но несли на слабеньких плечах ношу непомерную, святую, чтобы скорее мира час настал. Истину познавшую простую, каждый на своем посту стоял. Девочки и мальчики войны, на земле осталось вас немного, дочери страны, ее сыны, чистый перед Родиной и Богом. В этот день горестный и светлый поклониться от души должны мы живым и недошедшим детям той большой и праведной войны. Мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла. И пускай нигде на целом свете детство вновь не отберет война. Был трудный бой, все нынче как с просон. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. «Товарищ командир! Товарищ командир! Я знаю, где их пушка! Я разведал, я подползал, они вон там, в саду!» «Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу!» «Что ж, бой не ждет! Влезай сюда, дружище!» И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свещут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить.